Мы ждали этого 21 год. И вот впервые с 2001 года российский теннисист стал первой ракеткой мира. Сегодня утром Даниил Медведев официально возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов, так называемый ATP. О том, что Даниил Медведев подвинет с первого места Новака Джоковича, стало известно на прошлой неделе, когда сербский спортсмен сенсационно проиграл 123-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Дубае. Двадцатишестилетний россиянин стал 27-й первой ракеткой мира за всю историю рейтинга ATP. В 21 веке новые теннисисты на вершине появлялись всего 7 раз, а после 10 года и вовсе всего дважды. В 11 году на вершину поднялся будущий рекордсмен Новак Джокович, а в 2016 году Энди Маррей. А самое интересное, что Медведев стал самым высоким номер один в истории – 198 сантиметров. До него рекорд принадлежал Сафину – 193 сантиметра.